Они не привыкли говорить о себе вслух. Люди, которые каждый день сражаются за наше здоровье. Настоящие профессионалы своего дела. Сегодня звучат слова поздравления и благодарности в адрес врачей-урологов. Бобруйск по праву может гордиться своими специалистами. Один из самых опытных – Руслан Краснянский, заведующий урологическим отделением больницы скорой медицинской помощи. Любовь к этой благородной профессии мужчине привил его отец, врач-онколог. Он брал с собой маленького Руслана на работу. С тех самых пор будущий врач от другой специальности даже не думал. В отделении проводятся высокотехнологические операции современные, сложные хирургические вмешательства, которые делают Могилев, Минск, мы это все делаем. Как и положено скромному и умному человеку, Руслан говорит, что не справился бы со своей работой, если бы не его коллеги. Их у заведующего 8. Опытные, высококвалифицированные и готовые всегда прийти на помощь. Отделение принимает пациентов круглосуточно. Благо, есть современный и высокоточный израильский аппарат, который помогает без хирургического вмешательства вылечить человека. Объем работы нашего отделения заключается в том, чтобы оказывать всестороннюю хирургическую помощь населению города и прилегающих районов. То есть это и взрослая, и детская урология. Пациенты со всей Белоруссии, из ближнего и дальнего зарубежья. Профилактика, диагностика, лечение заболеваний мочевой и мужской половой систем и надпочечников. В год врачи делают здоровыми больше 2500 человек. Такой спрос на бобруйских врачей легко объясним. Это настоящие профессионалы своего дела. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.